Мы являемся участниками первый раз на этой выставке. Ну, на самом деле, нас очень порадовал формат этой выставки. И тот контингент, который сюда приходит, он действительно бизнес-ориентирован. Выставка достаточно емкая. Мне понравились участники, которые здесь присутствуют. Здесь сразу несколько наших конкурентов, и это классно, потому что можно сразу же демонстрировать свои преимущества. Рекомендую присутствовать на этой выставке постоянно. Во-первых, вы растете как франчайзер, учитесь неким фишкам, которые применяют те или иные компании. А плюс здесь выступают эксперты, которые могут вам дать те знания, которых у вас еще нет. Интерес. Нет людей, которые просто ходят и просто так проходят мимо, интересуются. Есть именно люди, которые заинтересованы в сотрудничестве. Выставка становится более разнообразнее и часто масштабнее. То есть появляется больше экспонентов, появляются новые люди, которые хотели бы прийти и что-то рассказать, чем-то поделиться опытом и чем-то важным. Наша компания участвует в выставке уже второй раз. В прошлом году было в Стокгольме, сегодня мы находимся в Крокус Экспо. Конечно же, все понравилось, хорошая организация, достаточно количество клиентов и, как вы видите, много контактов.